Окей. Продолжаем. Ну да, для начала мне надо починить нож. Кстати. Ладно, видимо, стелс не выйдет. Да чё за... Ладно. Ну, ну неплохо восстановит. Но это восстановит полностью. Нам пока и так хватит. Тут ничего интересного. Помню эту локацию по оригиналу. Синие записки с поручениями собирайте, чтобы получить дополнительное задание. Полученное задание можно просмотреть в меню «Документы». Кто-нибудь ради всего святого, избавьтесь от синих медальонов, которые повсюду оставляют эти проклятые фанатики. Уничтожить все синие медальоны, шпинель 3 штуки. Такое вот незамысловатое задание. Медальоны отмечены. Кстати. На карте, что забавно. Помню, в оригинале был здесь медальон. Но тут его нет. Может, он внутри? Не открыть. Не открыть? Почему? Кстати, я мог яйцо использовать вместо травы. Потому что замок там. Все. Теперь можно открыть. Кто ты? Кто ты такой?
кухонный нож. Кухонный нож тоже неплохо. Набежали. Окей. Нет, блин, я хотел залезть. Фак. Ладно. Понял. Ох, яйца. Жесткие ребята. Понятно. Этого недостаточно. Там медальон есть. Где-то тут медальон? Нет, вот там. Наконец-то. Я понял. Я не понял. А. Теперь понял. Ладно. Даже коровы отпиздят вас здесь. Так, а почему... А, все, понял. И последний. Графин. Комбинирование сокровищ. Ну, понятно, как и в оригинале. Можно было бы забрать.
как-то использовать? Нет, ладно. Желтая трава. Восстанавливает почти втрое больше здоровья, чем один бычок зеленой травы, и заодно увеличивает максимальный запас. Это хорошо, это как в оригинале. Жесть красиво. Прям очень красиво, и вайбы восьмой части. Куда же без них? Озеро. Поищу озеро. Окей, в ту сторону озеро. Тут у нас... Что у нас тут? Обходной путь. А почему? Мы так не войдем. Мы так не войдем. Поэтому у нас есть обходной путь. Фуникулеры. Окей. Так, ну... То тут мы тоже никак не войдем. Хм. Тут тупичок. А значит... Я думаю, потом будет вариант. А, ну да, именно в этом доме мы впервые встретим Биталеза Мендеса, который староста деревни. Двухметровый или сколько он там. Здесь он будет в шляпе. А, ну и еще нужно осторожно смотреть под ноги. Взорвали, значит. Помню, был валун в оригинале. Падай, сука. Меня сейчас сзади ебнут. Понятно. Сколько вас вообще? Где фонарик? Ты же включаешь его в такие моменты? Нет? Так, тут динамит бросает. Фак. Нож сломан.
Ладно. Серьезно? Я даже не видел этот динамит. То есть мы уже на озере. Кто там, сука, разбрасывается динамитом? Это же пиздец. Как отсюда выйти? Ну давай. Замахнись. Ну? Бля. Да покажись. Все, ладно.